Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. Сегодня вашему вниманию представлен очередной третий четвертьфинал. И у стола два мастера спорта, Михаил Залывский и Алексей Денисов. Наверняка они бильярдной общественности Петербурга очень хорошо известны. Значит, судья у стола, как всегда, Мария Хумина. Фотограф у нас штатный Мария Новоселецкая. Ну и комментирует сегодня эту встречу. Комментировать буду я, Шачин Антон, и мой коллега Александр Липустин. Добрый вечер, уважаемые зрители. Ну вот, начало матча, сразу же перейдем к наблюдениям. И, в общем, будем уже, наверное, предлагаю обсуждать вот интересные позиции. В общем-то, что происходит. Мне кажется, игра сегодня будет очень динамичная, интересная. В общем-то, игроки такого атакующего стиля. В общем-то, да. Будет острая борьба. Ну, посмотрим. Можно даже сказать, что молодость против опыта, да? То есть молодость — это Михаил, безусловно. Хотя оба игрока достаточно молодые, поскольку бильярд, в принципе, это игра молодых. Вот, значит... Это у нас четвертьфинал достаточно значимого события. Вот, организовано Федерацией бильярдного спорта Санкт-Петербурга. Поскольку в ноябре Федерации исполнилось 25 лет, то данный турнир как раз и приурочен к этому событию. Трансляция у нас организована, как всегда, творческой бригадой ЛЛБ и авторами программы «Абрикос». Здорово, ну вот смотрим сейчас с тактической борьбой. Сразу же завязалась тактическая борьба с начала матча. Шарик прижался у УЗа к борту, и пробить его можно только с одной стороны. Наверное, наши зрители да, ну сейчас... это видят, да? И вот биток нужно держать плотно на бортике, вот с этой стороны. Так, по-моему, прозвучал заказ, если не ошибаюсь. Да, так игра идет по заказу. Шальные шары здесь не считаются. Свой к себе стандартный заказ. И, кстати, это первый результативный удар. Отлично. Весьма красивый. Да. Так что Алексей сразу дал понять Михаилу, что он настроен очень серьезно. Несмотря на все заслуги Михаила. Безусловно, Михаил намного чаще появлялся и в интернет-трансляциях. И о нем больше знают. Я впервые увидел Михаила в 2009 году, когда он выиграл первый свой суперфинал ЛЛБ. Вот, играл он тогда уверенно, красиво. Ну, а Алексея, честно говоря, я в деле увидел только первый раз именно на этом турнире. Ну, можно сразу сказать, что человек, который играет цепко, навязывает борьбу, держит удар. То есть игра сегодня будет по-любому интересной. Ну, безусловно, Алексей тоже достаточно старый игрок. Он опытный, да? Опытный, старый опытный игрок. Все-таки выступающий старый. На соревнованиях, да, занимающий там призовые места. В общем-то, я помню, и командный Кубок России, по-моему, ребята выиграли. Вот Алексей был в составе команды. И чемпионаты города. В общем-то, так что... Также, на мой взгляд, как мне известно, Леша ведет еще и тренерскую деятельность. Поэтому опыта будет предостаточно. Да, вот мне тут поправили микрофон. Говорят, что было плохо меня слышно. К сожалению, мы сидим очень близко к столу. Придется снова повторить. Да, все, что я сказал. Но мы можем сейчас немножечко отсесть подальше. О, а вот и упал. И что это у нас? Это у нас заказан был шар или... шар не засчитан. Игра идет без дураков. Шар, безусловно, был красивый, но такой шар заказать... Ну, сложно такой шар вообще увидеть и заказать. Так, свой к себе. Это уже третий свой к себе в исполнении Алексея. Первый был результативный. Сейчас посмотрим, что у нас с третьим. Нет, сразу видно, что...
Ну, безопасно. То есть соперники с первых минут решили сначала, так сказать, нащупать игру, почувствовать друг друга, посмотреть. Решили не пытаться произвести впечатление какое-то там каким-то космосом, а игра идет строго по классическим правилам позиционным. Очень... Да, абсолютно верно все. Держится биток, контролируется позиция. Ну что ж, смотрим за развитием. Сейчас наверняка последует опять свой к себе стандартный. И таких ударов можно просмотреть еще минимум два. Еще минимум два таких удара. Если не упадет биток, то наверняка Михаил сейчас будет играть аналогичный удар. Ну, много на сайте ЛЛБ и на других интернет-ресурсах, посвященных бильярду, рассуждений идет о том, что современный бильярд незрелищный, что подобного рода вот тактическая борьба, она у обывателя не вызывает никакого интереса. То есть 5 минут посмотрел, ничего не понял, переключился, да? Но для людей понимающих, для людей играющих, безусловно, подобного рода тактическая борьба не может не представлять интереса. Особенно, когда получаются красивые удары по отыгрышу, результативные. Так, вот вы согласны со мной, Александр? Да, конечно, полностью согласен. Вот сейчас Алексей ошибается немножечко в размере по отыгрышу. Было непросто сделать отыгрышный удар, и есть хорошие возможности для реализации. Значит, если нас кто-то смотрит из людей, кто не знает правила, значит, напомню, что игра ведется до 25 забитых шаров. Так. Это так называемая московская пирамида с лимитом времени на матч 2 часа, 2,5 часа чистого времени. Значит, ну, контроль времени на удар 45 секунд. Честно говоря, на моей памяти в данном турнире еще не было замечаний со стороны судьи, что кто-то превышает этот лимит. Даже если один или два раза лимит будет превышен, это, наверное, все-таки не смертельно. Значит, штраф с полки на стол, что, кстати, может существенно теоретически увеличить дистанцию. То есть соперники могут забивать, а потом выставлять, и так может продолжаться довольно долго. Но будем надеяться, что сегодня подобных шаров не будет выставленных, а будут красивые забитые шары. И, в общем-то, мы уложимся в регламент, во временные рамки. Значит, спонсоры турнира — Лига любителей бильярда, безусловно, Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга, компания «Бильярд-сервис», мастер Игорь Лукшин. Ну вот, пожалуй, все спонсоры с нашего турнира. Так, ну что, игра с руки, да? Да, была как бы... Михаил не смог реализовать, в общем-то, оттяжку. Вот, опять-таки, пока вот удивительно, что так как бы неполно, что ли, пока игроки реализуют свои возможности, потому что... Нервничают, волнуются, видно, ну, что да, игроки может быть, волнуются. Начало встречи, может быть... Мне, кстати, кажется, что Алексей даже больше волнуется, несмотря на то, что он повел в счете 3-0. Видно, что он очень, очень напряжен, очень сконцентрирован. И как бы это с ним не сыграло злую шутку. Ну почему же, излишняя концентрация, она, я думаю, не помешает. Вот, Александр, вы все-таки достаточно серьезный игрок. Вот не подскажете любителям, начинающим, как удерживать вот концентрацию в течение длительного времени? Вы знаете, Антон, вопрос вообще очень хороший, очень полезный. Вот на него я полноценного ответа, к сожалению, дать не смогу. Только лишь могу, понимая, что вот большое желание, интерес, он, конечно, будет удерживать концентрацию.
до какой-то степени. А вот как это делать профессионально, там, наверное, только, может быть, тренировками, постоянным наигрышем. Да? Просто я почему задал этот вопрос, заметил по себе и по своим друзьям, что в основном 90% это ошибки на простых шарах. То есть кажется человеку, что шар слишком прост, концентрация тут же падает, и в итоге ошибка, и шар не забивается. И вот самое сложное, на мой взгляд, именно вот удерживать все время вот эту концентрацию. Неплохой достаточно удар по отыгрышу, ну, мы сейчас здесь, с вами увидели. Вы сейчас сказали, скорее даже не о концентрации, больше своей личной, да, а о дисциплине. О дисциплине и о подходе к удару. То есть, ну, в русском бильярде нет простых шаров, мы это знаем, да? Это да. Поэтому, конечно, ну, может быть, нужно вырабатывать какую-то методику, на самом деле, методику подготовки к удару. Вот с самого начала тренировок в бильярд хорошо очень правильно вырабатывать методику подхода, где как бы разбить на этапы подготовку к удару, осмотр позиции, физиологическую какую-то подготовку вот разбить и таким вот одинаковым методом готовиться. Тем самым, ну, будете всегда во всеоружии. Просто вот сколько я смотрел, как играют всевозможные чемпионы Европы, мира и так далее, в принципе, они не забивают каких-то шаров, которые недоступны вот обычным любителям. То есть придешь в любой бильярдный клуб, просто приглядишься, как люди играют. Да, они все это забивают, немножко пореже. И вот намного чаще ошибаются на простых шарах, вот на мой взгляд. Что основная проблема любителей, основная проблема не больших профессионалов, это то, что вот в основном идут ошибки на простых шарах. Ну, в том числе, безусловно. Потому что простых-то шаров на самом деле да. Нет. Вот. Хороший удар, красивый. Да-да-да. Длинный, через, свой, через неудоб... всю поляну, да, из неудобного положения очень разбор-то было. Но Алексей... Да, продемонстрировал. Увеличивает свое преимущество, отрыв, стартовый рывок у него явно задался, несмотря на то, что серийности пока что не наблюдаем мы с вами. Ну, может быть, вот сейчас и будет серия. Будет серия. Может быть, да, потому что это явно несложный удар он себе выбрал. Да, несмотря на то, что немножечко в губу шел шар, за счет вот правильно выбранной скорости силы удара, шар все-таки упал. Вращение здесь. Да, вращение, да, да, сыграло вращение, ключевую, конечно, роль. От губки шар крутился в лузу на медленном ходу. Ну, хорошие профессиональные удары, наработанные. Годами в них нет ничего сложного, но их надо знать просто и тренировать. Все, скажем так, постановочные удары. Ну, вот сейчас что будут? Два шара в дальний угол? Стандартный удар, да? Чужой и свой? Ну, посмотрим. Я бы, конечно, не назвал это стандартным совсем ударом, хотя... Ну, скажем так... Чужой и свой... Вероятность все-таки сыгрывания далеко, далеко не нулевая, на мой взгляд. Ну вот как легче сыграть, скажем так, чужой шар? С помощью ниже центра на своем шаре или удара выше центра? А, ну вот все-таки... Или там... удара выше центра. Ну вот очевидно, что при ударе выше центра результативность будет намного хуже. Ну... намного... Вероятность сыгрывания, да, меньше. Да, да, будет хуже. Это очевидно, поэтому вот не такой это был и стандартный удар с накатом вверх, да, через... Ну да, слово «стандартный», наверное, не совсем правильно вот, употребил. Да, вот скорее, если бы он игрался с небольшой оттяжкой или клавштосом, было бы наверняка надежнее. Так, ну что, и опять у нас игра ушла в позиционное русло. Нету хорошей атаки. Есть очень хорошая атака, так называемая по отыгрышу, да? Ну, безусловно. Вот, кстати, в позапрошлом матче
Александр Пухленко вот такого затянул к себе. Вот почти практически так же расстояли. Ну, в данном случае это чистый отыгрыш получился. И катится шар, но нет, ложится практически на борт, и он не играется. Ни он, ни от него никак. Так, что Михаил решил? Да, ну что же, повезло Михаилу, да? В общем-то, ошибка могла быть и более грубой, и мог он отдать шар в такой ситуации, но не отдал. Хотя у Алексея есть, в общем-то, неплохая атака. А, и что же он выбирает? Неужели чужого? Или нет, свояка, да, наверное? Скорее всего, да. А, значит, все-таки шар там был достаточно далеко от борта, чтобы было, можно было сыграть такого, в общем-то, плавного свояка. Ну, хороший удар, безусловно. С верхним винтовым. Так, что же, счет у нас между тем становится уже 7-0 повел Алексей. И это очень неплохо для первого сета, для первой партии. Это большое преимущество. Безусловно. Да. Михаил явно еще пока не... Хотя Михаил пришел намного раньше, разминался довольно долго. Стоял, пытался понять раскат сукна. Пока по игре не складывается, было пара моментов упущенных, и вот от этого перевес. Пока так. Еще раз напомню, что оба спортсмена носят звание мастер спорта. И это значит, что они, ну, как минимум, из одной весовой категории. Так, вот это вот достаточно... Опасный, да, такой, да, получился отыгрыш? Странный отыгрыш получился. Ну, видимо, Леша хотел в угол привести. Короткий чужой, да? Ошибся в резку. Главное не пропихнуть. Нет, все-таки... А нет, прицеливается Михаил, оценивает геометрию удара предстоящего. Угу. Да, эффектно. Хороший удар. И что, бонусом у нас идет свояк, да, в угол? Да, очевидно. Причем у него даже есть два варианта, но, видимо, я думаю... Думаю, три. Ага. Не, ну, очевидных таких два. Это через всю поляну и ближний угол. Вот Михаил выбирает, думает. Ему сейчас нельзя еще раз ошибаться. Надо наверняка играть, надо сокращать отставание. Так, тщательно подготовиться. И, как следствие, шар забит. Так, и сейчас Алексей будет решать, что же убрать. Алексей явно не спешит с выбором, думает. В его целях прервать серию Михаила. Кстати, вот одна из побед Михаила, Александр, если, может быть, ты не знаешь, я так предполагаю, ты уж извини, если ты знаешь, он обыграл самого Никиту Леваду на великолепной восьмерке. Причем, а перед этим он играл с Сергеем Крыжановским, и там было 7 результативных разбоев подряд. Браво, хороший да, то есть хороший. Михаил более чем серьезный соперник для любого топового бильярдиста. Вот здесь очень неплохой удар выполнил Михаил. В размере, со смыслом. Ну, видимо, два забитых шарика ему придали немножко уверенности. И, возможно, сейчас начнет чаша перевешивать его. Ну, есть возможность какой-то такой сумасшедшей резки в угол. Ну да, у Алексея, в общем-то,
на столе такая позиция, что Алексей может себе позволить, наверное, парочку рискованных ударов, так сказать, на публику, на память. Да, резко все-таки не очень подходит, да. Ага, мягкий свой. Отыгрался, да. И при этом уже теперь надо Михаилу подумать, что же делать. Ну что, стандартный свой к себе есть, хотя там может что-то и на центр выкатиться. Александр, я так подозреваю, что в тотализаторе ты не участвуешь. Нет. А я вот в прошлый раз, когда комментировал, я тоже сказал, что нет, но вот в этот раз вот почему-то решил поучаствовать. В себе не нахожу такой способности предсказывать, поэтому... Да, я, честно признаюсь, поставил на Михаила. Просто по той простой причине, что видел несколько его игр. Понятно, да, что ну, тебе импонирует этот игрок, его игра импонирует. А что, сколько ты поставил, какой? А вот не какой помню. Ага. Может быть, даже на контру. Ну, в смысле, там, что-то типа 24-25 или там. Так, и что? И это можно назвать ошибкой, да? Почему нет никакой ошибки? А вот через всю поляну своячок у нас... Ну, там все очень сложно. И я бы поспорил. Шар-то не на борту. Вон он, в верхнем правом углу. Да-да, я вижу, но я там подставок не вижу. Ну, для себя. А вот мы сейчас и посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Ай-яй-яй, просто действительно сложный очень удар был. Удар ну, был очень сложный, но... Судя по силе удара... Михаил не попал просто да. Совершенно в резку. А может быть даже немножко шар и сошел с траектории. За счет винтика, который он подавал, левый почему-то, вот я наблюдал, с этой стороны было видно. Вот это, за счет этого на медленном ходу... Шарик сместился в левую сторону. Ну, повезло ему, шар прилип, биток прилип к прицельному шару, и поэтому не так много вариантов у Алексея. И находит он, на мой взгляд, наверное, самый оптимальный вариант в данном случае, это отыгрыш. А чем он оптимальный? Что сейчас у Михаила стоит стандартный отыгрыш свой к себе. А что потом? А центр-то? А центр-то накрыт? Шарик-то на центре есть? Пусть он и непростой, но все-таки есть. Если сейчас свой к себе не падает... Свой к себе было бы хорошо поставить на серединку бортика, нет? Смотри. Михаил решается на сложную атаку, да? Свой. Да. Оригинально. И очень похоже на то, что заступается за него игра. Ну или винт. А, винт животворящий, да? Вот что да, винт животворящий правый делает. Правый винт, он удержал шар на той половине. То есть биток там остался вот, не случайно. Очень насыщенный правый винт, да. И вот при недолете до лузы как раз он ему больше делать было нечего. Он там и должен был гулять. И вновь отыгрывается Алексей, причем приводит шар практически в то же самое место, что и во время прошлого, в результате прошлого удара. И опять Михаил решает, атаковать ли или отыграться. Так, счет у нас пока не изменился. 7-2 в пользу Алексея. И данная партия у нас длится уже... Сколько у нас уже минут? Она 25 уже длится, да? Был у нас рекорд. Хороший, абсолютно хороший удар. Отличный отыгрыш. Да, биток отконтролирован. И снова нас ждет, наверное, все-таки позиционное продолжение партии. Мне кажется, сейчас сложностей нет особых. Свой переводится просто налево в угол, а свой к себе. А, кстати, да. От борта налево в угол можно переводить и тем самым усложнять жизнь нет. Сопернику.
Свой к себе. Алексей все-таки, да, принимает другое решение. Понимаешь, свой к себе просто вот не создаст никаких трудностей. Чужой шарик будет бегать здесь рядом где-то, и от него можно будет легко отыграться. Вот что мы сейчас и наблюдаем. Ну, в общем, не утруждают себя соперники сложным отыгрышем, да. То есть... Нет, ну не в этом дело. Просто иной раз выбираешь более удар, который понимаешь, вместо того, который как бы требуется сделать вообще по ситуации. Ну да, логично. А может быть, просто не всегда удается увидеть и правильно оценить позицию. Это тоже так. Очередной удар по отыгрышу. Но опять-таки для соперника сложностей никаких нет. Отыгрыш стоит. Отыгрыш стоит. А вот 7 шаров на столе, конечно, да, вариантов всегда несколько. Это... Так, а вот сейчас уже будет, Алексею будет сложнее делать, выполнять отыгрышный удар, потому что, ну, опять свой к себе наверняка, он будет пытаться тянуть, но он как бы сам создал себе такую ситуацию, если бы посмотрел на ход вперед, когда выполнял свой отыгрыш. Нет, свой к себе нет, свой вперед накат. У меня почему-то возникла ассоциация с пинг-понгом, с настольным теннисом. Что бывает, иногда подаешь какую-то верченую, крученую подачу. Ну, вот смотри, по-моему, сейчас будет атака просто на лузу. Ну, атака в принципе возможна, да. В отскок. Но, кстати, это бесконтрольная атака будет абсолютно. Этой атакой можно много чего отдать. Ну, там отдавать особенно нечего. Ну, есть там шарик в углу один стоит. Да. Вот взять можно. Так, успешная, эффектная, результативная. И Михаил еще подсокращает отставание. Вот, да, видишь, Алексея. Антон, такая вот шар достаточно вероятный. У него процентов 30-40-то на забой всегда есть. Поэтому, ну, здесь нужно решаться просто и сыгрывать. Да, иногда надо решаться. Иногда решительность твоего соперника очень даже на тебя действует отрицательно. У тебя начинаются ошибки, и ты буквально вот идешь на поводу у своего соперника. Надеюсь, наши слушатели этого не слышат, да? Ну, может быть, немножко, может быть, у кого-то дома работает телевизор. Смотрит Олимпиаду. Да, там был какой-то гол. На самом деле, по-моему, была реклама. Вот, Михаил забивает с руки рабочего такого свычка несложного. И сокращает отставание. Так, ну что же снимет Алексей? Все-таки вот здесь вот мы, вот, по-моему, сейчас... Провоцирует он, мне кажется. По-моему, сейчас наблюдали именно тактическую некую ошибку. Ну, если так можно говорить, да. Когда вот Алексей два раза по отыгрышу как бы не создавал сопернику сложности. И в конце концов, в общем-то, вывел его на игру. Вот это достойно аплодисментов. Потерял как бы инициативу. Да. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, из ключевых шаров этой партии забил Михаил. Безусловно, он дал понять сопернику, что абсолютно его не боится, что он... Что мазать он будет нечасто, это да. Что стартовый мандраж прошел, и что он готов дать бой. Возможно, более опытному, но маловероятно, что более искушенному сопернику. Такие острые, насыщенные, хорошие, красивые удары. В общем-то, они украшают эту игру. Так, ну это да, это... Счет становится у нас 5-7 в пользу Алексея. Ну вот видишь, как растаяло преимущество. Да. Такое, скажем... Солидная. Как-то Алексей отпустил Михаила
решил, может быть, сыграть вторым номером, а может быть, просто не удержал. Ну что же, алаверды? Нет, не случилось. И сейчас самое главное, чтобы не встал легкий шар. А он, скорее всего, ну, не легкий. Он легким не будет. Да, легким не будет, хотя с помощью машинки или тещи, или удлинителя мастерства, как ее называют, можно было бы. Хорошее нет, название. Да. Удлинитель мастерства. Да. Хорошее название очень. Но это не я придумал. Меня вполне устраивает название теща, поскольку есть она у меня. За 3000 километров отсюда, далеко. Пошучу, ты ее в ссылку отправил, что ли? Нет, она... У меня жена из Сибири. Это недалеко от... Там... На самом деле, Сибирь-то Сибирь, а на 1000 километров южнее, чем мы с вами сейчас находимся. Ну, я понял, это я так хотел пошутить немножко просто. Хороший был свой, не реализован сейчас со стороны Алексея. Так, Михаил, наверное, высматривает свой повод агрошу. Да. Ну что же, на столе всего 4 шара. И их можно при желании катать еще довольно долго. Поскольку сейчас вряд ли кто-то из соперников будет бросаться. Нет, долго навряд ли. Игра все равно будет обостряться. Сейчас стандартный хороший отыгрыш свой в угол. Надо только размерчик подобрать, чтобы ближе к бортику оставить, еще ближе. Так, Михаил, по-моему, приготовился бить чужого. Ага, с контролем, да. Попытка сыграть на две лузы. А так получилось, что даже чужой тыкался аж в губки трех луз. Ох, как неудачно встал свой, очень близко к борту. Но еще пока вероятность сохраняется для удара. Не играется, да. Там как-то можно под очень таким вертикальным углом. Сейчас посмотрим, кстати, что нам Алексей... Нет, Алексей, вероятно, будет, хотя... Нет, он будет, безусловно, играть. Будет атаковать, да, центр? Да, и очень даже уверенно так забивает. Надежно. Да. И при этом есть продолжение, что бы не убрал сейчас Михаил. Ну, это к вопросу вот о штанах, которые были перед этим ударом. Вот... Нужны они были, нет, в этой ситуации. То есть насколько. А вот если бы оба шара упало, как было бы красиво, да? Безусловно. Безусловно. Оценивались бы по-разному вот еще разной сложности удара в русском бильярде, да, скажем, вот штаны стоили бы какую-нибудь немыслимую, да, там тучу очков, да, предположим. Может быть, это бы и придавало бы тогда артистизма. Так, ну что, падает. Надо же, да, хорош. Вот это сложный был шар. Так, и что у нас остается? Игра в последнем, да? То есть опять немножечко оторвался вперед Алексей. Сколько у нас? 9-5, да? Ну, 9-5. Скажем так, хладнокровный мастер коммерческой игры никогда бы не стал играть штаны, да, такие. Он бы вел все-таки такую сдержанную игру, дожидаясь надежного удара. То есть Алексей у нас исповедует прагматическую такую игру, прагматичную. Никаких рискованных бросков. Нет, а вот это вот как раз то, что мы и называем классикой бильярда, то вот в последних шарах именно такая и должна быть игра. Ну, кстати говоря, такая тоже.
Очень хорошо в размер сыграл. Вот сейчас можно играть чужого в угол или не стоит? Безусловно, нет. То есть лучше, конечно, своего к себе от двух бортов, да, привести? Да. Можно, это непростой удар. Но можно провести свой вперед. И вот, кстати говоря, Леша делает. Но тут с размером сложновато будет проконтролировать. Да, вот Алексей именно выбрал еще один вариант, третий, который мы не успели упомянуть. Точнее, успели, но уже в процессе нанесения удара. И что же Михаил, будет ли он опять бросаться? Ну, в принципе, последний шар в этой партии, что не бросится, да? И молодец. И чуть было не было два шара, да. Что ж, ты прям читаешь мысли Михаила. Все-таки давайте. 7 лет играл тоже, что-то да, понимаешь. Давайте тогда отправимся сейчас на перерыв. Дорогие друзья, небольшой перерыв. Угу. Не уходите, мы к вам еще вернемся. Да, а сейчас... Привет, Алексей. Приветствую. Скажи, пожалуйста, как настроен на сегодняшний матч? Ну, боевой, как всегда. Скажи, пожалуйста, вот ты тренируешься? Чем ты вообще занимаешься в плане бильярда в текущее время? В плане бильярда тренирую детей. Большей частью на сегодняшний день. А обязанности федерации у тебя есть какие-то? Главный тренер Федерации бильярдного спорта. И сейчас, на сегодняшний день, да, было принято решение, что я буду ответственным за направление русского бильярда в Санкт-Петербурге. Скажи, пожалуйста, вот сейчас наши бильярдисты в Казани. Следишь ли ты за чемпионатом по комбинированной пирамиде, чемпионатом России? Ну, сегодня не заходил, не смотрел. Я созванивался с Какуниным Александром, который главный судья, да, чтобы понимать вообще, какая там ситуация, кто приехал и так далее. Ну, конечно, сегодня вечером посмотрю результаты, что, чего и как. Твой сегодняшний соперник Михаил Залывский, что можешь сказать про его игру и какие-то специальные штуки в подготовке к сегодняшнему матчу были ли у тебя? Ну, специальные штуки, что я вообще смог сегодня постучать немножко, это вот уже здорово, да. А что касаемо Миши, ну, Миша здорово играет, классный игрок, да, хорошая кладка, все здорово, поэтому, ну, буду стараться, просто буду стараться, да, делать то, что я делаю, так же хорошо, как делаю, а может быть и лучше. Спасибо большое. Ну, такой, наверное, сейчас очень своевременный вопрос про Олимпиаду. Ты следишь за успехами российских спортсменов? Ну, да, я периодически смотрю, даже скачал приложение, посматриваю, что происходит, да. Но зимние виды – это не твое, на самом деле. Ну, нет, мы еще не начали, да, 13-го начнется хоккей, и там мы уже будем смотреть, так как я 8 лет играл в хоккей за молодежку, да, за СК-2, поэтому, ну, я буду следить. Надеюсь, за успехами нашей сборной. Ну, кёрлинг понравился очень. На самом деле. Мужской, женский? Женский. Ну, мужской не едут они пока что. Немножечко. А вот женщины молодцы. Понятно. Ну, пожелаем успехов нашим и тебе в сегодняшнем матче. Спасибо. Спасибо. Так, дорогие, уважаемые зрители, ждем начала второго тура состязаний, второго сета. Да, а вот и Михаил вернулся. Перерыв был коротким в этот раз. Ну что ж. Да, мы, к сожалению, ничего не сказали о гандикапах. А я так понимаю, что данная встреча проходит без гандикапа. То есть никто из соперников... Оп! Еще один случайный шар.
в этой игре. А вот что с разбоя? Он не считается? Кстати, или да. Он считается? Скорее всего, считается. Защитным, да? Судья изменил счет на табло, да. Какую-то лазейку для фортуны все-таки оставили, да? Да. И вот, на мой взгляд, это вот все-таки, мне кажется, неправильно. Уж если у нас строгий заказ, то он строгий во всем должен быть. Ну, это мое личное. Не могу не согласиться. Так, а что? Упал чужой, а продолжения особо и нету, да? Будет. Неплохо. Да, теоретически даже можно было и результативно сыграть. Чуть-чуть побольше винтика, и он мог вполне туда упасть. Надо отдать должное Михаилу. Это у него такое хорошее очень чувство размера. Разного причем. Александр, плавный. Смею предположить, что вот этот вот шар с разбоя, который упал, это некий бонус за тот красивый свояк, забитый в конце первой партии. Такая затравка. Ну, Антон, безусловно, здесь можно предположить. Так, и что же? И сразу последовала ошибка, да? И у Михаила есть как минимум два продолжения. Это свой в угол и свой в центр. И он выбирает более надежный вариант. Чуть более ответственно подходит к удару, чем на разминке. И оно и понятно. И решает сыграть на сильном. Вот это удивительно. Ведь стоял вполне себе тихий скат. Ну, ощущение вот винта какого-то. Он задавал очень такой хороший винт. Создавал дугу. Видимо, так чувствовал этот удар. Здесь никто не может ничего сказать. Ну, заступилась, мне кажется, за него игра в этот раз. Нету простых шаров. Для атаки нет, просто атаки. Возможно, сейчас последует отыгрыш. Или все-таки атака? Ну, я думаю, атака. Судя по замаху, это будет атака. Атака, я думаю, по отыгрышу, скажем так. Свой пойдет в угол. Нет, это была именно атака. Голая атака. Да, это был гол плюс пас. Ну что ж, видимо, будет наказано сейчас. Да, Михаил, если сейчас накажет, он практически сравняется с Алексеем. И, возможно, нас ждет уже такая будет более нервная пойдет игра, более такая непредсказуемая. Я не думаю, что игра будет намного нервознее, чем она есть, в принципе. То есть нервы присутствуют, да? Ну, как в любой борьбе, в любом единоборстве, да. Просто нам с тобой намного лучше видно лица спортсменов. Мы видим, насколько они напряжены. А интернет-трансляция, к сожалению, не позволяет зрителям вот полностью, так сказать, рассмотреть все морщины. Ну, редкий случай, когда увидишь игрока, скажем так, в спортивном состязании бильярдном, да, с какой-нибудь большой широкой улыбкой на лице. Ну, почему же Александр Паламарь? Когда он, так сказать... Не в моменты подготовки. Не, момент подготовки, безусловно, да. У него такой взгляд, прям брови сдвинуты. Кажется, сейчас там между ними какая-то искорка мелькнет. А так, конечно, но... Я, Александр, немножко перебью. Я вспоминаю, когда я смотрел... четвертьфинальный поединок между Александром Паламарем и Виджаем Дрангоем. Это, по-моему, был 2006 год. И тогда комментировал встречу Павел Черемисин. И он сказал, говорит, какие суровые лица у этих, по сути дела, тинейджеров. И я вдруг поймался на мысли, что пацанам всего реально по 16-17 лет. Ну, а лица еще... у них такие взрослые, суровые, ответственные. И... Еще больше ответственности. Естественно, они испытывали вот этот вот свой тинейджерский возраст. Но я просто вспоминаю себя в 16 лет. Играя по-взрослому. Да, играя по-взрослому, понятно. Нет, ну, безусловно, хорошая, насыщенная игра. Вот мы сейчас наблюдаем встречу, очень интересная. И, конечно, здесь
тактический сценарий, вот он имеет, наверное, основной смысл. Потому что тот, кто здесь надежнее сыграет тактически, вернее... Да, красавец Михаил. Наказал он своего соперника и до минимума сократил отрыв. 8-9 счет во встрече. И есть неплохое продолжение в центр. Возможно, Михаил... Внимание на экран. Да, Михаил прям поймал какой-то кураж. Забил два неплохих шара. Безусловно, есть продолжение. Тут что сейчас не убирай. Продолжение есть. И что же у нас? 9-9, да? Первая кульминация. Сможет ли Михаил вырваться вперед? Вот в чем вопрос. Все будет зависеть, ну, практически не зависит, но тем не менее все-таки от Алексея будет зависеть, что он снимет. Может быть, он снимет как раз тот шар, который и оборвет серию. Не строй таких сложных догадок, мы сейчас все увидим буквально еще 5 секунд. Ну, скажем так, вот сейчас, да, стоит очень простой свой для Михаила, я в этом абсолютно уверен. Но, возможно, это может сыграть с ним злую шутку, что он очень простой. Сейчас мы это увидим. Тщательно готовится Михаил. И вот видите, Александр. Нет, простого там ничего не было. В общем-то, своячки вообще это очень чувствительные удары. И, конечно... Надо отдать должное Алексею, я думаю. Он сделал правильный выбор, когда снимал шар. А это очень важно, конечно. Чувствует своего соперника, что ему лучше снять, что оставить. Но... Посмотрим. Свой к себе, да? Вроде как прозвучал заказ. 45 минут прошло с начала встречи. Счет 9-9. И пока ничего не ясно. Ну, кроме одного, что еще как минимум не меньше часа нам наблюдать. Как говорится... Да, это с учетом того, что у нас пока нету И замечательный удар. Хороший, браво, Михаил. Красивый. Да, это третий подряд красивый шар. Так скажем. И как ты считаешь, Александр, вот производит такая серия впечатления на соперника? Безусловно. Когда соперник демонстрирует тебе различные по технике, по скорости, различные удары, то, в общем-то, конечно, это начинает напрягать, потому что становится сложно вести тактическую какую-то борьбу, стратегическую. А тем временем Михаил увеличивает отрыв. И что же, у него есть еще один свой с руки, да? Я боюсь, там заяц. Нет? А, да, свой. Браво, Михаил. Вот это уже серия, три шара. Посмотрим, будет ли продолжение. И мне кажется, что Алексею срочно надо будет что-то предпринимать. Как только подойдет его очередь подойти к столу, ему надо будет что-то уже такое менять рисунок игры, мне кажется, ему придется. Либо очень сушить игру, либо, может быть, наоборот. Хорошую ты сказал фразу, менять рисунок игры. То есть подойти к столу, переставить шарики по-другому. И сказать, да, вот говорит, этот шар же должен стоять вот в этой лузе, да. Да, из подхода там сыграть оставшиеся. Браво, это просто брависсимо. Надежно. Это идет, мне кажется, Михаил рассчитывает на некий нокаут, на некое техническое. Нет. Конечно, нет. Мастерам спорта уже сложно получать нокауты. 13-9 счет. Кто бы мог подумать, что с 0-6
Или с 0-7 даже, по-моему. Да, 0-7 было. Да-да-да, так все перевернется. Так, Алексей уходит в отыгрыш. Позиция, к сожалению, не оставляет ему вариантов. И, ну, на первый взгляд, относительно безопасный отыгрыш. Да, явно он сейчас озадачен. Видно, что произвела на него впечатление серия сложнейших шаров от Михаила. И ему, безусловно, надо перевести дух. Вот даст ли ему Михаил дух этот перевести, вот в чем вопрос. Ну, здесь ситуация довольно-таки стандартная, то есть как бы соперник перехватил инициативу, да, и сейчас имеет преимущество. Я бы сказал, он ее захватил. Доминировал. Монопольное, да, так сказать, владение. Но это еще не кульминация. А вот смотрим, неплохой удар. Хорошо. Да, но, к сожалению, не падает шар. Ждем ответной борьбы. Ждем ответа, скажем так. Да, Алексей ушел в отыгрыш, ждет он, когда Михаил, может быть, излишне почувствует излишнюю уверенность, бросится, ошибется и даст шанс. Ну, а Михаил, как мы видим, не торопится не бросаться, подходит очень сосредоточенно, обдуманно к каждому удару. И что же у нас? Свой к себе, да? Отыгрыш, безусловно. И практически падает шар, чуть-чуть не хватает. Что у нас на столе? Опять свой к себе только остается, да? Кстати, вот по поводу цвета битка хотел задать вопрос. Вот какой, на твой взгляд, Александр, лучше, бордовый или желтый? Вот тебе комфортнее каким битком играть лично? Мне скорее желтым. Желтым, да. Я вот в какой-то момент тоже поймался на мысли, что желтый как-то вот он покомфортнее. Как-то вот себе мысленно траекторию, когда отскока свояка представляешь, как-то глядя на желтый шар, эту траекторию как-то проще представить. Вот. Хотя с другой стороны, понимаешь, желтый и белый, в какие-то моменты они будут сливаться, эти цвета. Ну, они близкие по гармонике. А вот, скажем, бордовый, да, он четко отличается, поэтому если играть одним битком, может быть, он и визуально, и лучше. Хотя вот у меня на самом деле глаза от него устают. Устают, да? Да. А тем не менее на столе интересная позиция. Есть сложная атака у Алексея, но он явно не торопится. Явно не спешит и, скорее всего... Ну, сейчас я так и не вижу. Нет, атака есть. И мне кажется, все-таки вот решается на нее Алексей. Свой налево? Да. Мне... Да, рискнул Алексей, нерезультативно, к сожалению, но очень похоже на то, что нет, есть несложный чужой в угол. Он там был, он там и остался. И должен был это Алексей понимать. Видимо, даже вот сидел у него в подкорке. Вот этот вот чужой сидел и мешал ему результативно сыграть свояка. И чужой этот достается его сопернику. Очень серьезно подходит Михаил к удару. И как следствие забивает. Есть у меня предположение, что именно вот так он и хотел биток после удара вывести. Чтобы это была именно двоечка. И это и есть двоечка. Браво, еще раз браво, Михаил. Не удалось Алексею пока что-то изменить в этом матче. Полностью по сценарию Михаила он проходит. Но еще и не конец.
скорее всего, будет забит очередной свояк с руки. Вот я, к сожалению, не успел посмотреть, встречались ли раньше эти два спортсмена между собой на каких-то официальных соревнованиях. И как они там расходились. Ну, вот, может, на лонгоне они встречались. Я, к сожалению, тоже ничего, никакой информации не имею по этому поводу. Очередной свояк в лузе. Счет становится уже достаточно... Ну, еще не критичным, но меньше 10 шаров остается забить Михаилу. Это опять же с учетом того, что он не будет ошибаться и не будет давать штраф. Очередной сложный свояк. Так, отвлекли спортсмена. Молодец, он прекратил прицеливание. И слово «браво» уже так много тут раз прозвучало, что хочется найти некий аналог, эквивалент. Да, пока что тотальное превосходство. Белиссимо. Кто бы мог подумать, что со счета 0-7 Михаил так прибавит. Такое ощущение, прям как будто он специально своего соперника усыплял. Да? Ведь бывает же такая тактика. Ну, может быть, просто разогревался. Какое чувство прекрасное. Ну, мне кажется, он разогрелся до какого-то невероятного кипятка. Падает все. Все, что только можно. И... Сколько? 7 шаров остается Михаилу всего до... Да, 7 шаров. Двукратное преимущество на данный момент у Михаила. 18-9. И соперник явно не знает, явно видно, что не может он сейчас пока понять, что же ему такое надо сделать-то, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Ну, ничего, держать удар, вести абсолютно отыгрышную сейчас игру по отыгрышу. Ну вот, пожалуй, да. Вот, пожалуй, ошибка. И ждать. Этой ошибкой надо воспользоваться, да? Да, и ждать ошибок. С чего раскручивать позицию уже? Другого варианта здесь как бы сложно. Сложно себе предположить. Свой к себе, да? Браво. Браво, Алексей. Этот удар много о чем говорит на самом деле. Выдержал он натиск. Вот этот вот бешеную кладку, как принято говорить. И что же, у нас поменялся дом, поскольку два прицельных шара находятся в старом доме, то дом автоматически меняется. Только отыгрыш. Тут главное не ошибаться. Отыгрыш непрост. И достаточно уверенно справляется с этим отыгрышем Алексей. Я бы даже сказал, что он такой небольшой капканчик ставит. Нет, капкана здесь нет, конечно. Надо ну, было, свой, надо свой было себе, да. Стараться свой поставить как можно ближе к борту. Капкана нет, говоришь? Нет. А вот это что? Это? Это чужой, под железо, можно колотить смело. Ну, не так он... Боюсь, что достаточно сложно для железа. Ну, возможно, играть придется. Больше делать нечего на столе. И тем не менее, Алексей предпочитает хорошенько подумать перед ударом, прежде чем принять окончательное решение. Впрочем, он его уже, скорее всего, принял. Ага, и заказ оба шара в одну лузу, по-моему, прозвучал. Да, непрост был шар, и что же, и заступается за него игра.
Хотя есть, опять же, космический свой угол, да? Чего только Михаил уже не успел забить в этой... За всего-навсего за час он забил столько сложных шаров, сколько иной любитель за год не забивает. Ага, выбирает, может быть, чуть более сложный свояк. Нет, Михаил показал, что абсолютно он для него не сложный. И заслужил порцию щелчков. Пусть не от многочисленной, но, наверное, от очень преданной публики. Очень хороший отыгрыш. Да, 19-10 счет во встрече. Игра в последнем. И что решает этот последний шар? Наверное, чей будет разбой. Наверное, Алексей имеет смысл забить и этот шар, а потом с разбоя положить, ну, как минимум 8. Итак, можно ли этот отыгрыш назвать удачным? Конечно, абсолютно. Но мы же уже сегодня видели, как Михаил очень забивал. Очень хороший отыгрышный удар сейчас вот по размеру Леша. Мне кажется, бросится. Мне кажется, бросится. Куда? Михаил. Ну, свой угол. Космический такой. Запредельно. Что-то я сомневаюсь. А вот я не сомневаюсь. Посмотри, как решительно Михаил подходит к удару. Он весь пружина. Понимаешь? Сейчас... Сейчас будет мощнейший удар. И близок был, близок. Да, действительно, Антон, ты прав. В общем-то, была поклевка такая, может быть. Удар этот был не самым необходимым. Ну что же, стоит несложный чужой для такого, для игрока такого уровня, как Алексей. И не будем, конечно, забегать вперед. Ну, мне кажется, смею предположить, что нас в следующей партии, наверное, все-таки ждет развязка. Хотя... Молодец, Алексей. И, кстати, пытался два шара забить. Итак... Дорогие очередной друзья, перерыв. Да, очередная 5 пауза минут. В игре. Далеко не уходите. Перерыв будет небольшой. Мы к вам еще вернемся. Привет, Михаил. Здрасте. Какой настрой на сегодняшний матч у тебя? Хороший настрой. Довольно-таки приятная обстановка. Свет. Скажи, пожалуйста, вот по итогам своей первой встречи и по итогам вообще, как бы... всех матчей бильярдных звезд Петербурга, ты укрепился в своем желании продвинуться в, ну, в высокую стадию, в финал условно попасть? Есть заряд? Безусловно, есть цель в любом соревновании достичь максимальных высот. Твой сегодняшний соперник, Алексей Денисов, что можешь сказать про его игру? Доводилось ли вам личные встречи проводить, как они заканчивались? Играли много по личным встречам, может быть, на одну игру я впереди. Довольно-таки часто встречаемся на турнирах. Хорошо ведет РУ, понимает, позиционно играет. С дома с руки скатывает неплохо, комбинированную пирамиду. Думаю, что будет хороший матч. Ну а как ты считаешь, вот сегодня что может стать твоей сильной стороной? Ничего, что он там сейчас стоит, слушает, вроде он не слышит. Да, думаю, играть буду, как всегда, в активную РУ, свою любимую. А кто будет за тебя сегодня болеть? Здесь в зале, может быть, кто-то у экранов? Да, мы с другом приехали, Григорий Сараджан. Будет присутствовать на матче. А трансляцию-то кто-то будет смотреть? Супруга дома будет смотреть, болеть. И отец. О, скажу, тоже будет. Скажи, пожалуйста, вот сейчас идет чемпионат России как раз по комбинированной пирамиде в Казани. Почему ты туда не попал, от Санкт-Петербурга, как так получилось? Нет, сам отказался. Пока взял небольшую такую паузу, перерыв
нужен был, потому что очень много турниров проходило в прошлом году. В этом году уже 3 турнира отыграл. И решил взять некую паузу такую. Но ты тренируешься, все равно продолжаешь? Пока пауза, пока не играл. Наоборот. Ну и да, наверное, последний вопрос про Олимпиаду. Следишь ли за успехами сборной России? Да, конечно, безусловно. Дома включаем, вечером не получается смотреть все игры. Ну, какие-то вот, какие удается посмотреть. Ну, любимый зимний вид у тебя есть какой-то? Лыжи. Именно лыжные гонки? Сам катаюсь тоже, да. В этом сезоне вот, ездил, повредил ногу немного, поэтому так немножко перехрамываю. Ну, в бильярд не мешает играть? Нет, нет, нет. Уже ну, там, хорошо. Слава богу. Да, удачи тебе в сегодняшнем матче. Спасибо. Спасибо. Итак, продолжаем наблюдать продолжение встречи. Результативно начал Михаил. Ну что ж, прекрасное ощущение полета. Хорошие, надежные удары. В общем-то, два шара уже на счету Михаила. То есть насчет кульминации я, видимо, не ошибся. Поэтому у нас еще немножко есть времени, я успею кое-что сказать. Значит, по поводу тотализатора. Победитель тотализатора получит сертификат на изготовление кия у мастера Игоря Лукшина. Вот, просили меня это еще раз. Ну, а Михаил безупречен с руки из дома. И остается всего 3 шара ему до победы. 3 шара. Да, встреча может так и закончиться. Вот, при игре с руки, потому что, ну, в принципе, есть что играть. И да, чувствуется, что удар он чувствует, поймал удар. Когда Михаил разминался, я подошел к нему, извинился, что отрываю, и сказал: Михаил, объясни мне, пожалуйста, как ты выбираешь позицию свояка при игре с руки? Он мне сказал очень просто, говорит, просто вот по ощущениям, вот самый комфортный ставишь. То есть не... Да, безусловно, это вот внутренние наработанные ощущения. То, что называется мышечной памятью, да? Ну, скорее, это даже больше зрительная память. Зрительная. Скорее, ну, зрительная, да. Зрительно-мышечная. Все-таки ручки тоже там. Да, браво. Да. Бесподобен Михаил. Не оставляет он практически никаких шансов своему сопернику. Как таковой мышечной памяти ее не существует. Здесь я, наверное, не соглашусь. Ну, физиологически. Мышцы состоят из фибрил. Там нет никакой памяти. Вся память у нас находится как бы в голове. Совершенно верно. Но голова управляет мышцами. Безусловно. Так, безусловно. Это утрирую. Ну, здесь больше как бы память координационная важна. В общем, надо быть в трезвой памяти. И что же? Да. Да, и что же? А, нет, это еще не конец. Это у нас матчбол, так называемый, сейчас будет пытаться забить Михаил. И есть все предпосылки для того, чтобы он его забил. Может быть, он немножко все-таки... Да, браво. Никаких шансов. Браво, Михаил, никаких шансов. Кто бы мог подумать? Поздравляем.
Сколько прошло времени с начала встречи? А времени прошло чуть час, больше часа. Час, да, час 10 минут. Ну, это, что, наверное, рекорд. Это, наверное, поздравляем рекорд игроков. Поздравляем, Михаил. Да, здорово. Так, ну что же, друзья, наверное, мы с вами уже вынуждены и попрощаться. Хотя сейчас у нас будет что? Да, хорошего всем вечера, хорошего просмотра очередного. Ну и что нас ждет впереди? Что нас ждет впереди? Вот сейчас. Да, хочу сказать, что поможет. Следующий матч состоится во вторник, 18 февраля, в 20:00 сыграют Владимир Щетинкин, мастер спорта, и Евгений Желдин, мастер спорта международного класса. Это будет третий четвертьфинал турнира бильярдной звезды Петербурга. Замечательно. До скорой встречи тогда. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания.